بسم الله <تكلمة> الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد درجي براتي اسيوستري في داغستانه اين كابكازي في روسيا وفي я хочу обратиться к вам по поводу праздника, который называется Навруз. Что касается этого праздника, дорогие братья и сестры, праздник Навруз и также праздник Махраджан, это оба праздника являются древними персидскими языческими огнепоклонническими праздниками. И никакое отношение к исламу эти праздники не имеют. Дорогие братья и сестры, в хадисе, который передал имам Абудауд, имам Ахмад, рахимахумуллаху от Анаса ибн Малика, радиаллаху говорится, Пророк, саллиллаху алейхи приехал в Медину и нашел этих а, мед, мединцев, что они делают и играются, и празднуют два праздника. И Пророк, саллиллаху алейхи спросил их, почему вы празднуете этот праздник? Почему вы играетесь и радуетесь в эти дни? Эти мединцы сказали пророку, саллиллаху كنا نلعب فيهما في الجاهلية مو إجراليس في أتدني في جاهلية في أتي في أتي دفادنيا. بروك صلى الله عليه وسلم سказал إن الله قد أبدلكم بهما خيرا. فإستنفسي في الله زميل زمينيل وام أتي дня لучшим чем лучшим чем это يوم الأضحى ويوم الفطر то есть كربان بيرام يورازا بيرام. ترجمة راتي السيوسري. تلقاوات اللي حديثه сказали по этому поводу, когда они толковали этот хадис, сказали, эти два праздника, которые праздновали мединцы, когда пророк Салам к ним пришел, эти два праздника были праздник Махраджан и праздник Навруз. Об этом можно прочитать, например, в книге Амнуль Мабуд. От этого мы понимаем, дорогие братья и сестры, что этот праздник был до прихода ислама, то есть это древний праздник. Даже до прихода пророка С. 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 это уже праздновали в Джахилии. И особенно в странах Персидского залива, после того, как они приняли ислам, там встречалось, что люди праздновали этот праздник. В этих странах Персидского залива в основном был распространен ханафитский мазхаб. И ученые ханафитского мазхаба больше всех сталкивались с этой проблемой, когда мусульмане праздновали этот праздник и следовали за этими персами и этими язычниками в этих праздниках. Поэтому мы в книгах Мазхаба имама Абу Ханифы встречаем очень много текстов, касающихся этого праздника Навруз. Например, возьмем и прочитаем вам несколько слов по этому поводу из слов ученых Мазхаба имама Абу Ханифы. Абу Хафс Аль-Ханафи Аль-Кабир говорит, ахда найрузи Тот человек, который подарит мушрику в день Найруза, то есть имеется в виду праздник Навруз, تعظيما لليوم وازвеличуй этот день فقد كفر بالله تعالى واحبط اعماله فايسن هذا человек стал неверным по отношению к Аллаха и сделал свои дела тчетными это можно تاج التراجم ابن لبني قتلبغا и также طبقات السنيه للتقي الغزي также القاضي ابو المحاسن الحسن ابن منصور الحنفي جوريط Тот человек, который будет в этот день покупать что-либо, которое он до этого не покупал. Хадитан илля Чтобы подарить это другому, например. Если он этим намеревался возвеличивать этот день, день навруз, как это возвеличивает кафери, кафара, это человек становится кафером. А если он хотел этим Просто купить эти вещи и этим наслаждаться, или, например, подарил кому-то, чтобы проявить свою дружбу, как это в обычаях, то этим человек не становится кафером. То есть, если он не возвеличивал именно этот день, но однако это является нежелательным, потому что в это место уподобление неверным. Это можно посмотреть в книгах Аунуль Мабуд, также аль укуду Дуррия, السلطانية في ما ينسب إلى الأيام النيروزية. لجأونا حان فيكم مصابة بوجر كاتريبرشلي. تلغي كنيعنا رسالة. فإتمو بودو إمنا ببودو إتودنا. ابن عبدين رحمه الله تعالى في صوم حاشي ندور المختار جواريت. والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز. نلزى بداريت شتولبا ببودو نيروزا إلى مهرجانا. это оба праздника, которые мы то есть нельзя подарить подарки То есть по имени или по поводу этих двух дней это является харам, это является харама. а если он намеревался возвеличивать этот день, мушрикун, как и возвеличивают многобожники, як фуру, этот человек становится кафиром. Субханаллах. Ой, дорогие братья и сестры, наверное, видите, вопрос Речь идет, человек становится кафиром или не становится, даже нету вопроса харам или не харам, или там нежелательно, не желательно. Настолько опасный вопрос, что ученые даже говорят, если так намерение кафиром становится, если нет, не становится, то есть этот человек получается, тот, кто празднует этот праздник, дарит подарки, участвует в этих играх, то есть получается этот человек на грани куфра, может в любой момент, если чуть-чуть его нет, то есть намерение стало возвеличивать день, этим человек может выйти из ислама. Дорогие братья и сестры, как мы сказали, этот праздник Навруз, этот праздник является древним персидским языческим праздником. И Навруз это означает Нав, это новый, Руз это день, то есть новый день. И это является новым годом этих людей, язычников и огнепоклонников. Этот день был новым годом этих людей. Так же, как христиане или кто-то если вы взяли Новый год 1 января, это 21 марта является Новым годом этих а, огнепоклонников и язычников. И этот праздник у них продолжалось 6 дней. 5 дней это они давали общему народу, чтобы а, исполнять их нужды и им сделать добро, а на 6 день они сидели, самые такие известные, авторитетные люди сидели и праздновали между собой 6 день. И это назывался у них самым великим наврузом, то есть самым великим днем. То есть, что мы хотим этим сказать? Хотим этим сказать, что этот праздник был древним до ислама, то есть это был на землях персов, огнепоклонников, язычников, и никакое отношение абсолютно это к исламу и мусульманам не имеет. Об этом можно, например, посмотреть, кто-то может сказать, откуда ты взял это, может это исламский праздник. Об этом можно, например, посмотреть тариху Табари из самых достоверных историй, Тариха Ибн Халдун, можно, например, посмотреть. Или, например, восточный, восточный журнал католиков, об этом тоже там написано, четвертый выпуск, 241 страница. Также можно посмотреть Всемирная арабская энциклопедия, 16 том 79 страница. То есть это везде написано, что этот праздник, к кому он относится, и какие у них истоки и какие у них источники. Еще также этим, этот праздник празднует Бахаия, один из забудших а, сект, можно сказать даже религий, которая появилась а, в конце а, Индии 19 века, в 19 веке, у которой никаких принципов у них нет, никакой религии, никаких пророков. Эти люди тоже празднуют этот праздник. Также этот праздник празднуют Копты в Египте. И даже говорится в книгах истории, что это они взяли у фараонов, оттуда же еще пришло этот праздник. И что неудивительно, хотя некоторым это может быть удивительным, этот праздник празднуют шииты. Почему? Потому что предки шиитов, кто является? Персами являются. И у персов своих предков взяли шииты этот праздник, и шииты празднуют этот праздник. И сами посмотрите, дорогие братья и сестры, человек, который празднует этот праздник, кому он уподобляется? Во-первых, язычникам, огнепоклонникам, багаи, коптам и также шиитам. Он, этот человек, уподобляется. Дорогие братья и сестры, каково должно быть отношение мусульманина по отношению к этим праздникам? Из того, что мы рассказали, нам выяснилось, что этот праздник абсолютно никакое отношение к исламу не имеет. Когда посланник Аллаха пришел в Медину, он нашел мединцев, они праздновали эти два праздника, Махраджан и Навруз. И пророк, саллиллаху алейсалям, как вы слушали, сказал им, «Инна Аллаха яумайни ахарайн». Поистине Всевышний Аллах заменил вам эти два дня лучшими другими двумя днями. Это Курбан Байрам и Ураза Байрам. Это являются нашими праздниками. Эти являются нашими праздниками. И никакой другой, другого праздника у мусульманов нет. У мусульманов всего лишь два праздника: курбан-байрам и ураза-байрам. Другого праздника нет у нас. И пятница. И пятница это еженедельный праздник мусульман, в котором они собираются в мечети и слушают проповедь и встречаются друг с другом. Ибн Таймия, рахиму та говорит, когда Пророк саляллаху пришел в Медину, он нашел эти два праздника. И Пророк саляллаху алейхи вассаллям Заменил им эти два праздника другими двумя праздниками И настоял на том, что они оставили эти игры и эти празднования И Ибн Таймин, р.а. говорит Праздники люди просто так не оставляют Потому что они бывают привыкли к этому и Им нравится в этот день ждать этот день И в этот день праздновать, играться, наслаждаться и так далее И вот по естеству людей Они просто так свои праздники и обычаи не оставляют Значит пророк, саллям категорично заменил эти два дня на другие две дни и сказал что эти два праздника не стоит их праздновать и нельзя их праздновать поэтому все что пророк саллах запретил категоричным образом это является харамом говорит именно таймер если он категорично это не запретил бы то людям сложно было бы оставить свой праздник к которому они привыкли также Ибн Умар, ради Аля, это тоже один из их четких доводов на то, что это было до Ислама, и что этот праздник не является исламским и никакой отношения к самому не имеет. Он говорит, "Манбана би Тот человек, который построил себе дом на землях мушриков, то есть переселился там, жил там, имеется в виду, «Васана'а наирузахум» и праздновал их наируз, то есть вот этот навруз праздник, и второй праздник, который персов, махраджан. Ваташаббаха бихим и уподобился им. Что он говорит? Хатта ему то пока не умрет. Хушира ма'ахум аль-кияма. Этот человек будет воскрешен с ними в судный день. То есть Ибн Умар, анху, говорит об этом празднике. И тот, кто это празднует и живет с ними, и уподобился им в этих праздниках, и умер на этом, этот человек будет воскрешен с этими людьми. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, в хадисе, который передал أبو داود سأستمر من إسناد مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه قوريت من تشبه بقوم فهو منهم تو تشلو كتوري أبادو بيلسا كبكمون يبود نرودو تو أني أولايسا ابن تيمية رحمه الله تعالى كمن توري أتت حديث قوريت وهذا الحديث أقل أحواله أتت حديث سامي نسكي أروين أتوا حديثة نشتو أتا أكازويت أنا أكازويت شتو حرام أبادو بيلسا نيرنن Хотя То, что понимается от этого хадиса, это, как, это понимается, что этот человек становится неверным и считается один, одним из них. Дорогие братья и сестры, один из а, ученых, факихов а, шафийского мазхаба, известный Ибн Хаджр Аль-Хайтами, говорит, Из самых извращенных нововведений, это чтобы мусульмане уподоблялись христианам фи в их праздниках, уподобляясь им в их еде, в их одежде, в их подарках, подарить им или у них взять подарки. И он в свое время говорит, больше всех этим занимались египтяне, говорит. То есть из числа мусульман египтяне, они уподоблялись христианам, у них брали подарки, им дарили подарки в их праздники. И пророк, саллиллаху алейхи сказал, тот, кто уподобился какому-либо какому народу он является из их числа. Потом Ибн Хаджар говорит: более этого, Ибн Аль сказал, не является дозволенным мусульманину продавать христианину что-либо из того, что помогает ему праздновать свой праздник. Ни мяса, ни другая еда, ни одежда, ничего. Даже нельзя просто к нему давать. Например, он попросил кастрюлю, например. Нельзя ему давать. Почему? Потому что это является помогать ему в, их, в его неверии. И потом он говорит, и обязаны правители запрещать эти вещи. То есть на них возлагается, чтобы они запрещали вот такие праздники. Также продолжая, Ибн Хаджар Аль-Хатами говорит, найрузи также из этих праздников является заботиться об этом празднике на Врузе. То есть в его время тоже этот, этот праздник мусульмане праздновали, уподобляясь этим неверным, исследуя этим э, язычникам. Он говорит, из этих праздников является Навруз, то есть кушая в их празднике еду или что-то еще и, и так далее. Это можно прочитать в книге «Аль-Фатава, Аль-Кубра, аль, аль, аль фихия 4 том, 239 страница. Таким образом, дорогие братья и сестры, э, каждый мусульманин должен по отношению к этим праздникам, этому празднику Наврузу и друг, другим праздникам, подобным этому празднику, он должен, во-первых, ему нельзя праздновать эти праздники. И нельзя участвовать в празднике, где ее празднуют. Также ему нельзя помогать неверным праздновать этот праздник. И нельзя помогать тому, кто участвует в этом празднике. Например, приготовить еду, или продавать ему что-то, или давать к нему что-то, или, например, даже напечатать эти праздничные картинки, карточки и так далее. Это все делать нельзя. Третье. Нельзя помогать тем, кто участвует в этих праздниках из числа мусульман. Если твой брат, твой отец или мать, или кто-то, если участвует в этом празднике, тебе нельзя им помогать в этом. Например, довести их до этого праздника или что-либо что еще делать. Наоборот, мы должны порицать это и объяснять, что этот праздник является праздником язычным и что нельзя ее праздновать. Четвертых нельзя друг друга праздновать этим, то есть если тебя поздравит кто-то этим праздником, нельзя ему сказать взаимно или что-то. Тебе самому тоже нельзя поздравлять другого, также нельзя тебе отвечать на поздравление а, тебе, если кто-то поздравил этим праздником. И пятое, каждый мусульманин, где бы он ни был, он должен то, что я сейчас вам объяснил, он должен а, сам понять и другим объяснять это. То есть он должен объяснять, каковы являются праздники мусульман и что не является из праздников мусульман. И уподобление неверным в этих праздниках является как минимум запрещенным харамом. А если он возвеличивает этот день и празднует или поздравляет или участвует в этих играх или праздниках, этот человек становится кафером. Что, то, то есть этот человек выходит из ислама, если он возвеличивает этот день. Поэтому, дорогие братья и сестры, тот, кто участвует в этих праздниках, он на грани гибели, Поэтому лучше остерегаться этих вещей и остерегать своих близких, родственников, товарищей, знакомых от этих языческих, огнепоклоннических праздников. И в конце прошу Аллаха, чтобы он дал нам, нам, нам тауфик, понимать истину, исследовать за ним. И также остерегаться ложи и ереси. И чтобы Всевышний Аллах нам помог следовать прямому пути. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين